возле мяча Анастасия Абраменко. Ну, хотя там есть рядом еще и Ананьев, но бить, скорее всего, будет Абраменко. Да, Витя, я угадал. Хороший удар, и какой гол-то! Вот это да! Вот это да! Анастасия Абраменко сотворила просто чудесное чудо здесь. Видите, даже не могу подобрать слов. Да, ну тут, конечно, без шансов для Марии Сведунович. И опасный штрафной удар достаточно. Но чем он опасный? Тем, что будет сейчас навес штрафную площадь. Так оно есть. Туда Гивко выиграла борьбу. Рикошет, перекладина и гол. 1-1. 1-1. Крылья сравнивают счет на 63-й минуте встречи. И опять же, цена стандарта, цена штрафного удара даже, ну, опять-таки, не такого и очевидного, который мог бы быть. Именно ей что-то сейчас объяснял. Игонков, а это сейчас гол, который забивает красноярский Енисей. Будет он засчитан и забивает его. Посмотрите, кто. Анастасия Абраменко. Конечно же, кто же еще? Она, конечно, своей игрой сегодня заслужила. Вот такое интересное празднование. Никто не считает. Степашева, неужели никто не подсказал-то? Неужели никто не подсказал? И вот так вот. Вот так вот, Ольга Тир. Отправляет мяч в ворота. 3-1. Но почему же никто не подсказал Степашевой, что, как выражаюсь таким языком сленговым, горит она? Что на спине уже у нее соперница. Ну как же так? Нарушений правил там не было. Показывает нам Мария Сведунович. Видимо, она и должна была подсказать. Ну, вообще на поле ведь не только Сведунович, еще рядом партнеры есть.